Тони, никогда бы не подумал, что в такой глуши живет женщина, заключившая брак больше всех в мире. Есть, Джек. Да, Джек, подумать только. У нее было почти 1000 мужей. Наверное, она и есть та самая таинственная русская красавица. Мистер, there's not Baba Nura. Кто же ее не знает? А вы еще тоже к ней сватаете? Куда в кусты для шатя несет? Вот она, Нюркина изба. Бывайте, женихи! Но пошла! Ты, милок, когда здесь закончишь, заходи отобедать. Саню. А вы зачем пожаловали, касатики? Мы есть из книги рекордов оф Гиннес, мисс Лицан. Да вообще-то я уже второй день по новому мужу Тяньмин. Мне, правда, представитель говорил что-то про вас. Ну, пойдемте. Завтра на свадьбе гостями будете. Пойдем. Проходите, проходите. Ну, присаживайтесь, гости дорогие. А мне надо к свадьбе готовиться. Сердце... Нюрочка, обед готова. Будем кусать. Ну, гости дорогие, зачем пожаловали? Вы почти 1000 раз выходить замуж? Да, 1010. Если вы приехали жениться, то условие мое такое. Беру недорого, по 1000 рублей с носа. А ежели с исполнением супружеских обязанностей, то по 500. Стол и свадьба за ваш счет, конечно. Все за ваш счет. Значит, прописка на следующий день, а развод еще через день. По выходным не работаю, точка. Нет, отдыхаю. По бартеру не выхожу замуж или не прописываю. У меня сейчас один по бартеру один огород обрабатываю. Жениться приехал без денег. Вы неправильно нас понимаете. Мы хотели вас записать в книгу рекордов оф Гиннес. Ага. Вы больше всех в мир выходить замуж. Это есть ваш муж? Да, они родимые, они касатики, они любимые. А почему вы выходите замуж только за китаец? Слово такое есть мудреное. Легализация. Вот, через меня и легализуются. С каждой из них вы брать по 1000 рублей? Да. Но это деньги можно построить хороший дом, приобретать авто, корову. Внучка моя от моей... внучка. От внебрачной дочери. За англичанина замуж вышла. Из-за этой вот легализации. И вот я ей помогаю в Лондоне устроиться. Такая у вас там дороговизна.